Всем привет, ребята, с вами Женька Бич, Женька Технобич. И сегодня у нас необычный автомобиль, да, вы в принципе сами видите, что это Мустанг. Но это ни хрена необычный Мустанг. Мы уже с вами разговаривали в одно время про ЭкоБуст. Это когда вот инженеры и маркетологи решили как бы и рыбку съесть, и присесть. Просто наплевали на свою культуру, все это разодрали и поставили 2-литровый мотор, вот этот вот поникар. Забыли всю эту вообще, всю философию своих этих вот масел, этих вот мощных двигателей. И тут что мы имеем? Мы тут имеем Mustang Bullitt 2018 года с 5-литровым мотором. Coyote 3-й генерации. И давайте вообще разберемся, что это за машина и как в ней все устроено. Поехали. Спроси любого гонщика, что касается Ford Mustang. Но в любом случае я вам скажу, что в этих машинах они все же позаботились абсолютно всего. Управление, мощности. Так, парни, будем разбирать. И начнем мы с представителя новой школы, сердца этого малыша. Так, здесь у нас, как я уже вам сказал, представитель новой школы Coyote Gen 3. Ну, как новой школы? Gen 3 это, по сути, доработанный Gen 2, а Gen 2 это, по сути, доработанный Gen 1. Ну и вкратце пробежимся вообще по их истории. В 2011 году появился Gen 1, он продержался на рынке с 2011 по 2015 год. Потом инженеры подумали-подумали, уже впитали вот эти все свои наработки и выплюнули, представили миру Gen 2 мотор. В принципе, все фанаты уже были максимально удивлены вот этим некрутейшим перформансом, и уже казалось бы, куда можно дальше. И Gen 2 продержался с 2015 по 2018 год, и за ним инженеры представили вот этого парня, Gen 3. Что же вообще здесь их объединяло и отличало? Начнем с самого блока. Блок у нас здесь закрыт алюминиевый, соответственно, у всех V8 они были максимально идентичны. Что касается их архитектуры, в целом вообще один в один. Но были такие плюс-минус мелкие различия. В Gen 3 они впервые сняли с мотора, с этого литража, с 5 литров 460 лошадиных сил. При том, что в Gen 2 это был 430 лошадиных сил. Ну и вообще забежим наперед, в этом, например, вообще 475 или 480. Тут пока информация такая немножечко, вот мы сегодня спорили с владельцем, потому что по моим данным это 475, по данным владельца 487. Мы потом разберемся, кто из нас прав. Как же они сняли эти 460 лошадиных сил, там плюс 30 и там плюс куча моментов по сравнению с своим предшественником? Ну, во-первых, во всех этих моторах Gen 1 и Gen 2 диаметр цилиндра был 92,2 мм. В этом же, ну не в этом, в этом еще чуть доработан. В Gen 3 он стал 93 мм. При том у них все остальное осталось прежним. То есть это тоже там кованое колено, там кованые шатуны, литые в алюминиевом поршни. И остался одинаковый, в принципе, ход поршня 92,7 мм. Но за счет именно самого увеличения диаметра цилиндра они получили чуть больше объема в этом моторе. И у них вышло, если в предыдущих Gen 1 и Gen 2 это было 4953 сантиметра кубических, то в этом случае мы получили 5031 сантиметр кубический. То есть это такой уже полноценный, полноправный 5-литровый мотор. Ну и плюс ко всему он еще больше выдается, чем остальные. Далее ко всему здесь еще поменялся, ну, сам впуск. Впуски здесь вообще кардинально отличные. Они сделали более короткие, более жирные, ну, по самому сечению раннеры, что, в принципе, очень сильно отличает от предшественника, касаемо вот именно его там продуваемости. Да вот, в принципе, посмотрите сами. Также они коснулись самих клапанов. Клапана здесь, в принципе, увеличились в размерах. Они вообще увеличились в размерах с каждой генерацией этого мотора. Если в Gen 1 это у нас были 37 мм впускные, 31 мм выпускные, то в Gen 2 это уже было 37,3 и 31,8, то в Gen 3 они получили самые жирные впускные и выпускные клапана 37,8 и 32. Более того, они увеличили подъем клапана. Если в Gen 1 это был 12 мм, в Gen 2 это был 13 мм, в этих уже это 14 мм. Плюс ко всему они сюда поставили свою эту систему, про которую я вам рассказывал в предыдущем Мустанге S197 TE VCT, это их там трибл, там, дабл, система доворота валов. Ну, обычные муфты ВВТ, но они единственное, что находились именно в этом моторе, они находились на каждом распределительном валу. Ну, что очень круто. И вообще, если вы не смотрели мои ролики про всю историю Мустанга, я советую вам посмотреть, потому что я вам рассказывал про то, что Мустанг одни из первых в американской культуре отказались от двигателей с центральным расположением распределительного вала и перешли на верхнее расположение распределительных валов, ну, именно в головках блоков цилиндров. Мустанг первый вообще шагнул в эту новую эру, а остальные там машины, те же крайслеры, они там своих многих СРТ до сих пор делают там центральное расположение и летели те же даже АЛС-моторы. Да, они крутые, я не спорю, но это прошлый век, эти там чуть ли не там на своих этих пушрот-толкателях. Поэтому что мы здесь уже имеем? Мы здесь имеем более современный мотор, мы еще дальше будем разговаривать, и вы просто охренеете. Мы имеем более современный мотор, у которого есть более современная система газораспределения. Также они увеличили подъем клапана. Вы уже поняли, мы имеем благодаря этому всему больше воздуха, соответственно, мы имеем больше мощности. И это, в принципе, еще не все. Клапана уже нас, в принципе, ничем не удивишь. Они из хрома, полые, заполненные натрием. Натрий в процессе работы двигателя нагревается и, в принципе, лучше отводит тепло. Он становится такой больше жидкообразным. Также быстренько там пробежимся. Шатуны, я уже вам говорил, это здесь кованые. Шатуны имеют во всех трех моторах одинаковую длину, это 157 мм. Но при этом именно в Gen 2 и Gen 3 моторах они набрали немножечко веса. Весили они в Gen 1, по-моему, 517 грамм, а в этих они уже вес шатуна стал 628 грамм. Но при этом всем, этот мотор Gen 3 он убавил в весе на целых 2,3 килограмма. Ну, по сравнению с предыдущими генерациями, там, первой и второй. И одной из этих частей, почему это так случилось, это стал масляный поддон. Он тут композитный, там вмещает просто какое-то нереальное количество там литров масла. Я даже в это не лез, потому что, понимаете, когда готовитесь к машине, тут же все это будет американская раскладка. Это было не для меня. И я забыл вам сказать, что этот мотор первый из вообще всех трех серий, который может крутиться в 7500 оборотов. То есть предыдущие моторы Gen 1 и Gen 2, у них была вообще, вот их был предел 7000 оборотов. В этом же 7500. Ну и это понятно, что кроме того, что они здесь поменяли вообще клапана, естественно, были заменены на более жесткие пружинки. Этого тоже мы касаться не будем. Я и так уже вас подгрузил. Это не вообще бесполезно, никому не интересно, кроме там 5 человек, которые у меня подписаны информацией. Что мы уже с вами имеем? Мы имеем больше литраж, мы имеем лучшую продувку, более продуваемый, больше воздуха, естественно, больше мощности, больше крутящего момента. Но что еще интересно вот именно в этом моторе? Мы еще не касаемся мотора, именно если рассмотреть его как мотор там Bullitt, ну тем ништякам, которые они сюда добавили, чтобы снять еще там своих 20 лошадиных сил. Именно рассматривают этот мотор по сравнению с Gen 1 и Gen 2 моторами. Это то, что здесь двойная система впрыска топлива. Это уже нам известная GDI, Direct Injection, это когда непосредственный впрыск происходит в сам цилиндр, и обычная МПИшка, которая проходит через сам впускной коллектор. В этом есть какие-то и плюсы, и минусы. Первые плюсы это в том, что это очень хорошо для экологичности и экономичности. Плюс именно когда топливо-воздушная смесь формируется во впуске, это может смывать нагар с клапанов. Мы это еще помним по всяким там Сиатам, которые там в США там ставили МПИ, не ставили ГДИ. Ну, в общем, смотрите мои ролики, там все это рассказано. Ну, а что касается самого прямого впрыска, это круто то, что на высоких оборотах этот мотор сможет дать очень такую хорошую отдачу. Ну и, в принципе, что повлияет на его там мощность. Сами кулачки топливного насоса находятся на распределительных валах, поэтому, ну, это все уже максимально просто. Вас этим не удивишь, если вы смотрите мои видео, вы это все понимаете. Но вы должны понимать, что это первый мотор с этими современными метами. Ладно, это все проговорили. Теперь переходим к самим головам. Они даже поменяли в этом моторе, они даже поменяли сплав самих голов. И вообще в современном мире есть 3 сплава голов. Алюминий 319, алюминий 356 и новый сплав, типа современный, AS7GU, если не подводит меня память. Итак, 319 самый такой бомжовенький сплав алюминия. У них у всех они делятся на то, что насколько они там могут работать в каких-то там критических нагрузках, там переваривать какие-то высокие температуры. Ну и 156-й это уже такой более крутой сплав. И вот этот вот, который они здесь используют, это уже сплав с примесью 0,5% меди. Это типа самый крутой там, ну, из того, что есть. Ну, уже типа используют там какой-то новый, изучают сплав. Так что вполне вероятно, что следующий Ford еще там нас удивит какими-нибудь нововведениями в свой мотор. Вы поняли, здесь уже много достаточно интересных вещей, которые вот именно Ford в этих машинах пошел уже ногу со временем. И это касается всего, ну, кроме коробки передач, про которую мы сейчас будем говорить, и подвески, и всему. Ну ладно, это мы все обсудили. Теперь обсудим, как же они сняли вот именно в этом моторе еще плюс 20 лошадиных сил от того же Gen 3. Первое, то, что опять же, я вам не рассказал, во всех трех моторах этого мы имеем одинаковый дроссель 80 мм. 80 метров во всех трех. В этом же, ну, тоже Gen 3, но Gen 3 для Буллита, в нем он еще жирнее стал, он стал 87 мм. Это первое. Второе, вот это вот впуск. Этот впуск GT350, его нигде в других там машинках вы наблюдать не будете. В купе вот с этим впуском, как они его называют, там, динамический или там, инерционным впуском, большим дросселем и при настройке вообще самой ОБУ, они получили своих плюс 20 лошадиных сил. Поняли, насколько он вообще крутой пацан? Мне впуск добавили, который вы там на автомаркете вообще там, если там купите, то он будет просто стоить конь денег. Добавили вам дроссель, в который голову можно засунуть, и получили тут 400, по моим данным 75, по данным владельца 480 лошадиных сил. Вы понимаете, это почти 1500. И вот это, о, это просто, блин, я сейчас заведусь. Едем дальше. Ну и теперь я вам еще расскажу таких пару мелочей, про которые я вам забыл сказать. Это первое, то что если вы смотрите мои ролики, вы знаете, что я вообще абсолютно не люблю открытые блоки. В этом моторе он закрытый блок. Ну потому что я забыл, парни. Все, заново, все хуйня, заново снимаем, Миша. Еще забыл вам сказать пару мелочей. Первое, это то, что в этом моторе поднялась компрессия. То в этом моторе поднялась степень сжатия. Если в предыдущих моторах это была степень сжатия 11, то в этом моторе она стала 12. На это повлияло и то, что здесь появилась у нас этот Direct Injection в пресс топливо. Да, возможно, именно этот мотор станет меньше boost-friendly, но при этом я видел, что тоже в эти моторы дуют. Ну, возможно, может, еще какие-то там прихваты используют. Кстати, эти моторы я видел, как собирают и крутят в 10 тысяч оборотов, понимаете? И для того, чтобы тоже колено переварило такие обороты, сами бугеля, которые держат колено, они имеют по... 2 болта на сторону, то есть 4 болта держат их снизу и 2 болта еще держатся снаружи блока. То есть это колено способно переварить просто тонны момента. Но и это тоже еще не все, что я вам хотел сказать. В предыдущей генерации Gen 1, да, как в Subaru были проблемы, и именно в этих моторах дристали перегородки на поршнях. И да, в принципе, вот я вам могу сбросить письмо парня в компанию Ford, где у него он занимается такими машинами. Там он часто упоминает про то, что это была проблема 8-го цилиндра, но в то же время, она, как в Subaru, помните, проблема 4-го цилиндра. Там, но в то же время он пишет, что она может проявиться в других цилиндрах, там 4-го, там 7-го. В общем-то, что касается Gen 3 мотора, я ничего не могу сказать, но просто решил вам сказать, что такие проблемы были. Теперь переходим к своим блокам. Почему я вообще об этом заговорил? Потому что именно в этом моторе они отказались от своих стальных диск и использовали, хотел сказать вам, новую технологию на самом деле старая, плазменного напыления, PTAW, плазма, трансфер, арк, что-то там. В принципе, такая технология напыления металла на поверхность, которая достаточно крепче выходит, чем даже, как вы уже поняли, стальные гильзы. Так что опять еще один плюс этому мотору, в нем очень много крутых инновационных технологий и идей заложено. Теперь, наверное, не все. Последнее, что я еще скажу, это то, что здесь у нас есть... Мы не будем разбирать впуски в эти системы, там, его этих заслонок, потому что мы это разбирали в Mustang S97, можете открыть, посмотреть. Вообще все ролики про Mustang, они мега крутые. Поэтому, если вы хотите вообще познать культуру вот этих вот американских поникаров, гоу на каналы и смотреть другие ролики. Мы еще коснемся именно самых их свечных колодцев. Здесь они выполнены так же, как в Пентастар, это, наверное, первый крайслеровский двигатель, который с верхним распространением распредвалов, как я уже вам говорил. Они любят еще эти старые делать моторы, которые там сейчас не скажут, вау, они там мощные, можно там 1000 сил снять. Да блин, ну кому это нахрен, ну честно говоря, ну кому это надо? Ну кому надо, вот ты купил 500 сил и в принципе ездишь, вот эти все там тысячи, ну, там что с него можно снять или там не можно, это все ерунда. Ты купил машину, она практичная, она удобная, и у тебя 1500 сил под капотом, вот это круто. В этом Пентастаре были такие же свечные колодцы, они в принципе торчали, но там они были из такого тонкого металла, и соответственно с ним были проблемы. Кстати, этот Пентастар, еще там ходили легенды про то, что там двигатель Феррари там ставился в квадрофоглио, или там Пентастар ставился в квадрофоглио, так что гоу, смотреть про Пентастар и квадрофоглио, там все рассказано. Так вот, здесь точно так же выполнены эти свечные колодцы, но в этих моторах я не нашел нигде информации про то, что на них жаловались пользователи. Но сейчас я вам расскажу, на что здесь пользователи жаловались. Вот именно в ней все пилоты, которые ее водили. А жаловались они на механическую коробку передач, которая вот здесь установлена. И здесь, и здесь. Ну как впервые. С 2011 года Ford до 2020 года отказался полностью от Tremec. Ну еще в те годы, когда я вам рассказывал про Mustang S97, она еще находилась в Мексике, эта компания, и занималась трансмиссиями. Так вот, они отказались от трансмиссии Tremec, которые тоже у меня уже на канале кто-то там жаловался, что там типа шестерни там говно, момент держит, но там все прям такое, все дубовое там. Но при этом, они обратили свой взор к Getrag, поставили сюда MT-82 коробку передач и закончилось все в 2020 году коллективным иском в США на компанию Ford. Чтобы вы знали, уже в истории было, когда компания Ford профукала свои деньги и выплачивала пользователям за свои какие-то ошибки. Это касалось именно коробки PowerShift. Кстати, они в каких-то там годах полностью проиграли суды и должны были выплатить всем владельцам фокусов и фиест, по-моему, по 22 тысячи за их автомобили. Ну, это именно из этой ошибки. И это тогда их этот косяк оценивался в $500 миллионов. Так вот, не так вот. Это такой же PowerShift должен стоит в Clio RS, и в Clio RS он нормально ходит, ну, приблизительно 100-120 тысяч, и потом только начинает рыгать и дурить владельцам головы. А вот что касается Фордов, у них были с этим проблемы. И больше я вам скажу, PowerShift в том же даже транзите, он прям такой же, как у меня стоял, именно гидроблок, как в MT-46, там только поменяли сам гидроаккумулятор. Ну ладно, мы уже вообще куда-то отбежали. Подали они коллективный иск, потому что Ford поставил сюда MT-82, и они считают, и у них там есть какие-то доказательства, что эта коробка разрабатывалась для маленьких машинок с двигателями L4. 4 рядными четверочками, такими слабенькими. И они какого-то хрена взяли их, запендюрили его сюда. И у всех пользователей мустангов с 11 года по 20 год с этими там мощными их там всякими там модуларами, койотами, у них эти коробки просто отрыгивали, отсыпали. Ну вот прям вот там очень много написано. Там и шестерни, которые прям клинили и просто разваливались вот эти вот. И сами синхронизаторы. Ford, естественно, все не признавал. Сказал, коробка вообще зашибись. Это просто агрессивная езда, неправильное управление или там просто нормальный человеческий износ. Ну просто отрыгнула коробка, а еще не писали про какое-то заклинивание на высоких оборотах. Я, правда, не понимаю, о чем речь как бы шла. Я, возможно, мой английский так заклинивает, соответственно, не смог нормально перевести, но там тоже очень много было указано. И вот Ford как бы это не признавал, но при этом всем дилерам сказал, эти все менять, и в принципе составил даже список, что в коробках делать. И менялось абсолютно все, вплоть до педали и даже кулис передач. Это вы должны просто знать. Он как бы такой, типа, это не я, все зашибись, но, пацаны, меняйте по гарантии. Потом, в 2018 году Ford решил, что все же как бы что-то здесь не то, вот уже там, сколько мы там, 7 лет пацанам пихаем какую-то херню, и взял, и вот именно с этой машинкой модифицировал коробку передач, и здесь стала MT-82D4. И типа там много там вообще нововведений, там новый там двухмассовый маховик, новое там двухдисковое сцепление, которое там типа обладает там меньшей инерционностью, способно там переваривать больше момента, там они уже пересмотрели полностью сами синхронизаторы, их там геометрию, их там все пересмотрели и ни хрена. До сих пор на ней эти коробки жалуются, и в 2020 году на нее пошла жалоба. В 2021 году, когда пришел на смену Mach 1, это такой трек-тул от Форда, он пришел на смену Bullitt, и типа считается, что Mach 1 это прям вау, то пушка-гонка на треке, а это типа по сравнению с ней такой лоудрайдер, на котором ты там, не знаю, там чилишь, когда тебе там, ну, в общем, не об этом. Идет запись. В этом Мустанге они взяли и поменяли, и вернулись к своему Tremec. Tremec, если не подводит память, 31,60. Что мы помним, 31 это LB на FT, умножить на 10, это мы получаем крутящий момент, который способна переваривать коробка. Кстати, в старых это было 34,60, она вроде бы как больше переварила момента, или, в принципе, я вам сказал неправильную модель коробки передач. А 6 это означало, что 6-ступенчатая механика. Они отказались от фирмы Getrag и вернулись к Тремеку, который типа говно, но получилось, что он лучше работал, чем MT-82 в предыдущих моделях и держал свой момент и в принципе не отрыгивал. Более того, они еще в этот Mach заставили эту коробку перегазовывать саму, это вообще прям пушка, отвечаю. И при этом для супер каких-то гонщиков, которым это не нравилось, которые любят прям управлять все сами, они сделали эту функцию, ее можно было отключать и своей этой ногой этой, рукой за грибукой, блин, нажимать и перегазовывать. И плюс, в этих же буллитах не было автоматических коробок передач, а в Mach они уже внедрили свою, если не подает память, ZF 10-ступенчатую коробку передач. В принципе, в этой мне что очень нравится, потому что здесь вот трушная механика. Я рассчитывал, естественно, увидеть здесь Tremec, но Tremec почему-то я здесь не увидел. Здесь нету варианта купить автомат, здесь только true механика, но конкретно с этой механикой вы уже услышали, я вам показал все фотографии, что были проблемы. Так что с двигателем они инновации влупили, а с коробкой они немножечко с инновациями, конечно, не влупили. Но типа сейчас есть киты, которые якобы решают проблемы, но опять же, очень много на форумах пишут владельцы, что ни хрена им проблемы это не решают. Вот такие дела. Лезем дальше. А вот и не лезем мы дальше. Я вам забыл последнее рассказать. На жалобы в 2011, по-моему, году, на 346 жалоб в компанию NTSA, это та, которая проводит краш-тесты автомобилей, это американская такая National Transport, что-то там, Safety, что-то там, ну, то есть они смотрят за безопасностью автомобиля на дороге. Они изучали проблемы именно этих КПП, но они так как изучают за безопасность дороги, они не выявили, что проблемы этой MT-82 могут быть связаны с какими-то происшествиями на дороге, или, как помните, в бойцовском клубе это был такой процент низкий, что не было там страшно каких-то исков или еще что-то. И, в общем-то, они отказали в возбуждении каких-то дел, и, в принципе, Ford дальше немножечко разводила своих покупателей. Кстати, покупатели считают, что это делал Ford для того, чтобы снизить затраты, и поэтому ставил более дешевую версию коробки передач и таким образом немножечко поимел владельцев этих машин. Лезем дальше. И напоследок еще, я надеюсь, вообще владелец, это, кстати, владелец прошлого Мустанга, который мы снимали, этот владелец продает этого жеребца, этого красавца. Я не знаю, как можно его продавать, но вот он что-то вот у него там словил белочку и решил ее продать. Возможно, я надеюсь, что это просто такой заскок, но не будет продавать. Но, в общем, если вдруг вам интересно, будет ссылочка в моем телеграм-канале. Надеюсь, что он не продаст, и придет солнышко, лето, я смогу хотя бы на ней хоть 2 метрика проехать и ощутить этот кайф вот этого выхлопа, вы просто послушайте его. И вот я смогу просто ощутить вот весь вообще всю харизму этого автомобиля, всю его мощь и оценить работу этого Getrag MT-82. Но не об этом речь. Мы сейчас еще вкратце пробежимся, что же отличало его от того же даже обычного Mustang GT. И тут очень много чего интересного. Во-первых, здесь находится свой выхлоп. Я не знаю, что это такое, но что-то, наверное, какой-то такой американский внутренний Акропович. Black Intraplate Exhaust Tips. Recaro, они здесь были опцией. Но что касается его тормозов, это была стандартная комплектация. Что относится к блокировке дифференциала, это была стандартная комплектация. Активный выхлоп, это была стандартная комплектация. Всякие там медиа, там, это была все стандартная комплектация, что вообще прям. А в остальных это нам было приходилось платить. Вот, например, я вам сейчас расскажу, что нам было заплатить, чтобы то же самое получить в 2018 году в Мустанге GT. Итак, посмотрим. За активный выхлоп надо было доплатить 900 баксов, за перформанс пэкэдж, который вот включает в себя вот эти вот Brembo, вот это включает в себя блокировку дифференциала. Ну, блин, представьте, у них еще до сих пор нет вот этой вот меты ставить всем блокировки. Мы уже много смотрели машины, и в этом плане я, конечно, все очень-очень сложно. Так вот, для того, чтобы получить там в GT, тормоза, блокировку и там спортивную подвеску, надо было доплатить почти 4000 баксов. Нормально? Нормально. Так вот, если тут Recaro были опциональны, что интересно, здесь не пишут про цене, просто написано опция. Типа ты мог при покупке выбрать или то, или то. То в GT ты должен был заплатить за такие Recaro 1600 баксов. Нормально? Нормально. Пойдет. Ну и плюс ко всему, да, здесь еще было два варианта suspension ее, этих подвесок. Обычная подвеска и эти Magnetic, их эти там своя, это запатентованная технология Magnetic Ride. Это очень часто мы с вами разговаривали, как, именно что касается строения самих амортизаторов. У них есть там клапана, которые управляются электромагнитными импульсами, там закрывается, открывается, и это все влияет на демпферирование. Так вот, это была тоже здесь как бы опциональная вещь, но в том же даже GT за это надо было доплатить 1700 баксов. Так что, ух, вообще-то круто. И забыл самое последнее вам сказать. Вот в этом малыше, стоит такая же подвеска, но чуть-чуть модернизированная, как стояла в Мустанге SN95 New Edge. Вот так вот получилось, что то, что они разрабатывали 20 лет назад, они не пустили больше в свет, она была только на заряженных версиях вот этих вот автомобилей. Я про это рассказывал, когда вам рассказывал всю историю SN95. И спустя 20 лет они вернулись к этой крутейшей компоновке, и сзади мы имеем патентованную фордовскую технологию и рычажную компоновку именно самой подвески. Мы помним, что везде это были неразрезные мосты, которые в старых вообще даже были без всяких там тяг Panara и просто двигались в отличие там от кузова, и даже я вам рассказывал, что на одних там из гонках, там, по-моему, в 1995 году они прикинули, что там кузов мог, мост гулять от кузова там до 5 сантиметров. Здесь они уже это все убрали, они наконец-таки сделали многорычажную свою подвеску, которую здесь вот все поставили. И что мы имеем? Мы имеем инновационный, революционный мотор, достаточно с крутейшим перформансом в 480 лошадиных сил. Мы имеем механику, которая должна вам доставить просто миллион, вообще миллион эмоций. И еще сзади мы имеем блокировку дифференциала, не то, что там какой-то открытый дифф, как мы могли получить в обычном ЭкоБусте или в обычном там GT. Плюс мы имеем там под капотом крутейший вкус. Да, в общем, мы здесь имеем вообще абсолютно все круто. И в этом еще стоит и Recaro. Recaro вообще просто пушка огненная. Не из таких минусов, что я вам сразу вообще отмечу, это то, что вот в этом салоне, то, что на самом экране почему-то нет настроек вот самого автомобиля. Он есть именно на самом кокпите, там, виртуал, как это сейчас модно там для всяких там вагов говорить. Но вот именно там настройка там подвески, еще каких-то там этих нету на самом экране. И помним, там во всех автомобилях это уже вошло как бы в такую в моду. Я, наверное, вот новое слово в мету. Здесь такого не было. Но что поделаешь, в другом, посмотрите, просто вот ручку в виде там бильярдного шара белого. Кстати, и забыл вам еще сказать, что эта машина была только в двух цветах. Это был зеленый и черный, других цветов не было. Если там других вы могли получать, здесь вы этого просто не могли получать. И забыл вам сказать, я не смотрел это кино, поэтому я про него говорил мало. Эта машина была сделана в честь фильма «Буллит». Это, по-моему, фильм там какого-то 68-го года, где там какой-то там Остин, кто-то там коп на Мустанге катался. И просто вот он настолько произвел фурор, что в честь него была сделана машина, которая потом пропала на много лет, и только в 2001 году появилась с теми же Мустангами Edge, в которых появилась вот эта вот подвеска независимая, фордовская, и, в принципе, потом она пропала и появилась в этом Мустанге. Ну, в остальном, в целом, автомобиль мега крутой, поэтому мы надеемся, что хозяин передумает его продавать, придет весна, и мы у него его отожмем и чуть-чуть попарим по крышке, если он не сломает коробку передач. Я просто надеюсь. Поэтому, если ты меня смотришь, хозяин, знай, я надеюсь, что ты передумаешь. Запомни. Ну, а в этом я свой техноролик для вас заказываю. Ну, больше я техноблог. На сегодня свой... Короче, пацаны, встретимся через неделю, я подготовлю для вас еще какую-нибудь. Например, 370-й Nismo, как вам? Или Porsche 987. В общем, тачки есть интересные. Было бы только время и желание. Всем спасибо. До следующей недели. Пока.